Всем привет! Вы на канале Мама и Я. И, наверное, вы уже удивились про мой новый скин. Я же говорил, я собираюсь делать скин с моим каналом. Ну и вот, и посмотрите на мой скин. Замечательно, да? Ой, что я делаю? В прошлой серии... Кстати, а что это? Вау! Ну что ты убежаешь? Ну это клан. Трейд Кэнклэд. Что ты делаешь? Это мне должно все. И у меня уже 2 миллиона. Как вы знаете. Октрагенус Бамбл. Бамблер. Это как, блядь? Я английский не так хорошо знаю, но не до такой степени, как вы знаете. Как будто бы я... Нетушки, я не хочу. Я вот просто не хочу. Вот что поделаешь, просто не хочу. Ну вот и все. Так, монетка, собирайся. Давай, приземляйся. Фух. Что-то там было облачко. Ай, я падаю в самый низ. Фу, бамс, вот так вот. Ну что? Кстати, давайте уже отправимся. Немножко не туда. Я не хочу все-таки. Все-таки я вот не хочу. И он со мной соглашается. Ведь у меня плохие питомцы. Хотя мне лучше бы хорошие питомцы, чем плохих. Как вы знаете, я создал все-таки свой костюм без. Без зарабаксов. Да, там есть, конечно, фри костюмы. Ну, вот такой вот я сделал в панде. Вот знаете. Я вот просто его сделал в панде. Да, отстаньте вы уже от меня. Все, не буду просто принимать. Просто не буду. И все. Вот что поделаешь. Ну, просто не захотелось. Не захотелось мне. Это же мама и я. Просто им все не хочется. Вот, ну просто не хочется. Ну, что тут поделаешь? Не хочется. Так, давайте. Ну, над скином я, конечно, подстарался. Тут, конечно... Ну, отстаньте уже от меня, не приму я ваши вызовы. У меня тут... Твиттер! Это что за имя? Твиттер! Кто-то тут твиттером стал. Ланар Салмок. Давай, монет, ну никак, куда ты меня приведешь? Монетная строка! А? Монетная строка, куда теперь? Надо идти, а? Вот сейчас куда? Все, на этот раз я уже не ошибусь, подписчики. На этот раз я ни за что не сделаю сейл. Так где-то тут. Где-то тут. Бамс.
Так, у меня сел. Так, зачем? Что я нажал? Бумс. И бумс. Но... Фуф! Мне капелёшечки. Капелёшечки. И мама, я бы умер. Всё. Так, давайте. Вот так вот как-то это. Тут бюмс! Что? Ну куда-нибудь хотя бы падай. А, что? Что за планета? Что за люди? Что? Я даже вниз провалился. Что за дела такие? Эй, я же монетку взял. Ничего, сейчас одним прыжком. Капелем. Я бы допрыгнул. Так. Так. Так, сундука. Через сколько он просто будет? Так, хотел посмотреть. А, через 8 минут. Ну, еще далеко до него. Так, давайте. Хорошо. На облачко прыгаем. Вот на вот это сейчас. Так. Ну и было так мое путешествие. Так это примерно и было. Путешествовал я по облачкам. И внезапно упал. Вот. Прямо вот так вот. Ладно. О, попробуем. Нет, все-таки это такая игра, где пол это прозрачное пространство. Вот такое это. Вот такой вот этот мир Bubblegum. Так. Давайте отправляемся. Так, давайте. Так, о, круто. У меня уже столько денежек, только я их не знаю, куда девать. 23 тысячи. Это же безумно много. Я переборщил. Ну, долети. Долети. А хотя за пределы карты не вылези. Ничего себе это был спуск. Хорошо, что я не продал ни жвачку. Таким резким взрывом. Так, пошли. Эй, давай. Хорошо, что я вовремя сообразил, что тут надо делать при такой ситуации. Так, ну порекомендовал вот это вот облачко. Это что за читерство? Что за читерство? Управляют
как хотят тут разными игроками. Это читерство. Это полное читерство. Ой, я что там на планету тыкнулся? Действительно, это что там было? Стоп. А, жаль, конечно. Стоп, а сейчас никак. Нет, походу это... Да, это реально планета. Фуф. Капелёшич. И вот теперь прыгаем. А что я там удаляюсь? Мне просто интересно. Давайте долетаем на ракету хотя бы, ну хотя бы куда-нибудь. Это что? У меня лага, у меня сейчас лагнула игру. Вы видели? Нет, хотя бы на карту прилети. Чтобы не вылетели! Что я делаю? Итак, я все время падал. И не знал, как остановиться. Ай. Давай. Что? 50 тысяч? Это же нереально дорого. 50 тысяч миллионов. Откуда такие денежища брать? Так. О, сахарная пудра. Ага, на 400. Всё. Ничего себе. Ой, а как тут забраться прямо? Ой, а что я по конфетке собираю, если у меня есть телепорт? Ну, самую нужную локацию. Кстати, а где телепорт? А? Стоп, я вторую локацию? Ну, на первой, я помню, там сундук. А второй, интересно, что? Кстати, давайте сундук соберем. А, на второй, это там вот эти вот питомцы. Все. Теперь через 44 минуты его только получишь. 10. 20. Давайте, поехали. Так. Между два питомца оттуда. А, нет, 3, нет, 4. 4, 4. Вот. Ну, 4 питомца оттуда. Ну, да. Так, ну прикольненько я собираю туда-сюда. Туда. Сюда. Просто как белую. Так. Ничего себе. Так. Так. Ну давайте отправимся на вторую локацию. Неизвестный! НЛО неизвестный. Под убийством. Так, какой я брал? Так, это 400, это 75 тысяч. Нет, мне легче вот эту открыть. А Open 3 это как?
Аута. Ничего себе, 649 яиц, что ли? О. То есть давайте в пэтах пойдем. Все, я готов сразу всех отдавать. 24, 13, 8. Анкэп и кьюб. И мне интересно, сколько будет стоить одна конфетучка? Вот идемте, одну конфетучку просто. 26. Мы не ошиблись. 26. 26 яиц. Ох. Давайте ассорт. Ну что у тебя? А ну что выбираешь? Давай делай. А че? Почему? А че? Так, я одна монета. О, че? О, 1000. А, ну не хочешь, значит не хочешь. Да, Саш. Ну че? Ах, ты такой хитренький. А пытаюсь тут сундук слепую. Да. И мне это удалось сундук слепую собрать. А вы были на канале Мам Я. Вам понравилось это видео. Всем пока-пока. Быстрее ставьте лайк, пока еще не приземлился. И подписывайтесь колокольчиком. 3, 2, 1. Успели!